Сетевые игры завоевывают все большую и большую популярность. До последнего времени на этом поприще особенно выделялись однотипные корейские проекты. Но и американцам нашлось что показать. Например, третья глава истории мира Guild Wars заставляет пересмотреть отношение к западным онлайн-играм. Настолько они отличны от того, что мы видели раньше. Изначальная задумка создателей – уместить игровой клиент в маленькие файлы и скачивать дополнения по мере необходимости – потеряла всякую актуальность еще с выходом первого дополнения. С приходом второго ситуация не изменилась. Количество подписчиков растет с каждым днем, и серверы не всегда могут справиться с таким количеством обращений. Поэтому первое время загрузки между локациями могут затягиваться на 5, а то и на 10 минут. А из-за традиционных столпотворений в городах нельзя и шагу ступить без подтормаживания. Впрочем, большую часть времени придется проводить не на виртуальном рынке, а в сражениях. Поселения используются для сбора команды, складирования вещей и получения квестов. Если отношения с другими игроками пока не складываются, всегда можно нанять управляемых компьютером бойцов. Открытые для исследования локации отличаются огромными размерами и густо населены всевозможными монстрами. Поэтому не стоит отправляться в путешествие по пустыне в гордом одиночестве. Ну а пополнить боевую команду сильными воинами можно только в городе. Среди помощников выделяются настоящие герои, которые по сюжету будут следовать за персонажем и во всем ему помогать. Они развиваются, и им можно менять экипировку. Кроме того, зачастую они оказываются на несколько уровней выше игрока и получают набор крайне полезных навыков. Это делает их незаменимыми напарниками в бою. Квесты, к сожалению, не очень интересны. Они делятся на два типа. В первом вы выполняете функции посыльного, во втором – боевые. В задачи последних квестов иногда входят непривычные для онлайновых ролевых игр действия. Как вам, например, задача «потопить вражеские суда»? Для этого надо взять бочку с горючим, отнести ее к катапульте, зарядить, и уже потом древняя машина расправится с кораблями захватчиков. Рано или поздно вы будете вынуждены вступить в гильдии и принять участие в масштабных сражениях. Собственно, на этом строится игровой процесс, и к этой идее ведут все квесты. Чтобы быть максимально полезным для команды, потребуется иметь несколько персонажей. Экономический элемент сведен к суровому минимуму. Можно прокачаться до 10 уровня, так ни разу и не вспомнив про деньги. При этом вы всегда будете носить приличные доспехи и оружие, которое достанется в наследство от монстров. При этом виды вооружения отличаются лишь косметически, если, конечно, не рассматривать уникальные экземпляры, которые нельзя получить в качестве трофея. Если вам интересны сражения игрок против игрока, то Guild Wars Nightfall определенно станет лучшим выбором среди современных MMORPG. Не забывайте к тому же, что платить придется только за коробку с игрой. Доступ к игровым серверам бесплатный, и никакой абонентской платы от вас никогда не потребуют.